Ямальский департамент здравоохранения опубликовал примерный перечень медицинских должностей, попадающих под стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом. В первую очередь это профильный персонал, руководители отделений, врачи, фельдшеры, медицинские сестры, в том числе младшие. Кроме того, премия положена уборщицам, водителям и другим работникам, задействованным в сфере здравоохранения. Выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку будет начисляться 16 марта. Ранее такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. Также известен размер выплаты. Он зависит от категории занимаемой должности. Например, врачи получат по 70 тысяч рублей, средний медперсонал по 50, младший по 20 тысяч. Премию выплатят вместе с ближайшей заработной платой.